В 2020 году сестры Лаританки празднуют столетие существования своего ордена. Это повод для того, чтобы посмотреть с благодарностью на прошлое, на то, что Господь Бог захотел осуществить благодаря жизни и апостольству сестер, и войти с надеждой и доверием в новое время служения ордена в церкви, распознавая ее актуальные нужды и вызовы. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный! За веру и надежду, за дар Твоей любви и за Марию, которую Ты нам дал на пути к святости. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный. За отца Игнатия, за каждое призвание, за то, что нас ведешь и хранишь в своей благодати. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный. За Твое присутствие в братьях, которым мы помогаем. Даешь нам в них больше, чем мы им можем дать. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный. За то, что Ты есть в Слове, попадающем к людям в книгах, чтобы нести им благую весть и в сердцах пробуждать веру. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный! Слава Тебе, добрый Боже, за нашу харизму в Церкви! Помоги нам своей любовью, чтобы мы служили Тебе верно. Слава Тебе, Боже, в Троице Единой! Слава Трижды Святой! Прими благодарение за тысячи благодатей, наш Бог необъятный.